Знаете, что у нас проходит в стране акция «30 дней до победы», посвященная нашим великим ветеранам. Мы побывали у ребят, позанимались с ними мастер-классом и тем самым хотим передать им, что нужно помнить о наших ветеранах, помнить о той дате большой, очень важной для нас, и чтобы эта дата переходила с поколения в поколение, и мы ее никогда не забывали. У ребят, у лицеистов, чтобы с ними одновременно позаниматься, но и напомнить, как давались эти трудное время, что надо помнить, много у кого воевали деды, бабушки. Решили совместить два мероприятия в одно, передать свой опыт футбольный, но и заодно побывать в лице МЧС, которое, надеюсь, они будут помнить это поколение новое, молодое, то военное время. За предоставленные их мастер-классом. Нам очень понравилось, ощущения были классные, увидеть таких профессионалов и получить от них опыт. Приглашайте нас еще. Приглашаем вас в гости. Понравилось. Спасибо, что нас приглашаете. Зовите, будет лето, у вас здесь прекрасная погода будет, когда условия, натуральное поле, хорошая коробочка, мы там видели, у вас сделана, да, с искусственным покрытием. Поэтому мы обязательно приедем, приглашаем вас на футбол, приходите, поддерживайте нас. Я так поспрашивал, здесь много людей приезжих, других городов, я думаю, это интересно. Да. Поэтому мы рады вас видеть. Ну, надеюсь, мы вам помогли, чем могли, да, подсказали. Все, тогда желаю вам удачи, всем здоровья. Спасибо.